Всем привет, с вами Шерми МСМ, и да как только началась среда, я пошел снимать видео, а то после этой жуткой теории, которая оказалась немного нелогичной, я вернулся и с новыми новостями. Для вас, думаю, можно приступать. Первым делом поговорим про новые акции, их вышло мало, вот например наша любимая сладкая парочка из редкого из эпического джема в сборе, акция интересная, а дальше акция грандиозный финал, все монстры доступны, вы только представьте, прям все-все, я вот себя буду выводить, а вы кого? Напишите об этом в комментах. А вот разработчики сложа руки не сидели, а наоборот выложили пост про то, что в эту субботу в 15:00 по МСК выйдет что-то новенькое. А это что-то новенькое, это новый остров, я не шучу, вот доказательства от MSM Hacks, они типа обновы сливают, а что все-таки это за остров будет? Вот вы скажете, что я на этом ролике был неправ про трех элементников на эфире, это из-за того, что Карабам уже там вышел, а обновлять его инвентарь будет тупо и нелогично, поэтому я подумал, а что если это будет остров именно с трех элементниками на острове эфира, но да тоже тупая теория, а еще есть теории, что этот остров будет по типу острова Вублинов. Но я против этого, ведь я не хочу однотипный остров, это скучно, надеюсь на новую механику. А еще вышел вот такой вот чубрик. Oh, okay. This is like a my singing monster. И да у этих монстров вышли великолепные концепты. Вот они, а вот эта лягушка. Все-таки она многим понравилась, но из неинтересного сейчас можно назвать Колоса на острове Земли. Ну все, это все, видео окончено. Но стоп, а что будет потом? 8 число, день рождения моего канала. Приглашаю вас на вечеринку вместе со мной, обсудим новую механику канала и так далее, но если вам этого мало, то пишите свой вопрос в комментах, но не про возраст и про голос, просто пишите, что придет в голову, а на этом у меня все. Спасибо за просмотр и всем пока.